смешные игры, настенки, прятки. Парфей школьно, сплошной беспорядок. Но есть у детства один недостаток. Быстро приходит оно. Мальчика зовут Дмитрий, он уже стал лауреатом международных вокальных конкурсов. Сегодня публика у него – родители и дети, которые также хотят обучаться. Сегодня в студии Арснова «День открытых дверей». Здесь можно увидеть, каких успехов добиваются воспитанники студии. Мама юного Дмитрия рассказала, как сильно изменили мальчика занятия. Он очень увлекался вокалом, но сам очень любил петь. Но на данный момент он является лауреатом первой степени. Поэтому у нас очень большие успехи и благодаря Арснове, благодаря, что мы с ними, они наша вторая семья. Педагог ни в чем не ограничивает учеников. Репертуар составляется совместно. Помимо вокала, здесь обучают и актерскому мастерству, ведь эти два навыка неразрывно идут рука об руку. А преподаватели сообщили, что учат детей не только культуре пения, но и культуре общения. Потому что лично я считаю, что вокал – это не просто уметь красиво петь, это уметь красиво мыслить, хорошо думать. В день открытых дверей можно посетить любое занятие. В одном из кабинетов мальчик рисует дворец вместе с мамой, а рядом учится делать набивные игрушки. Возрастных ограничений в студии нет. Есть нижний порог – от 4 лет. В остальном Арснова примет всех желающих. В общем, это творческая студия, у нас тут царит творческая атмосфера. Приходят заниматься и вокалом, и изобразительным искусством, на актерское мастерство. Также у нас хорошо работает школа танцев по различным направлениям. Для взрослых есть направление фитнеса и бодибалета, что сейчас очень актуально и популярно. Ну и также для малышей у нас работает подготовка к школе. В день открытых дверей многие родители с детьми пришли именно на танцы. За 15 минут педагог научил их нескольким движениям и готов продемонстрировать результат. Притом обучают не только связкам, это и пластика, и упражнения для всего тела. За показательными выступлениями следят родители. Любовь Ермакова пришла вместе с дочкой Софией. Говорит, что выбрала студию по нескольким причинам. Доступность шаговая. Потом у нас расписание устроило. Дочка уже ходит в художественную школу, помимо основной. И расписание подходит, и место расположения, и коллектив приятный. Девушки очень вежливые. Студия Арснова, расположенная по адресу Мервинская, 30, молодая. Она работает всего 2 года. Вторая находится на Касимовском шоссе 67А и существует уже 8 лет. Здесь открылось много талантов и зажглось немало звезд. И неизвестно, сколько будет еще. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».